Действие разворачивается на мельнице. Между чердачными совами и потомственным мельником договор. Птицы за право проживания защищают зерно и муку от мышей. Договору почти 100 лет, его заключал еще дед. Однако жене мельника вдруг надоело такое соседство с пернатами. Слишком уж громко они ведут себя. Скажи, что мы подадим на них в суд! За что? Они нарушают закон о тишине! Эх, такое есть? Я не знаю! «Семь сов» – это сценарий Владимира Геллера для мультипликационного фильма, который постепенно перерос в пьесу. Она нигде еще не была поставлена. В Карелии – премьера. Мельника Гюнтера в спектакле исполняет Глеб Германов. «Мой персонаж – тряпка, мне это не близко, поэтому интересно играть эту роль», – говорит актер. То, что он, этот персонаж очень далеко от меня, и интересно туда нырять, как бы, примерять вот этот образ, эту маску на себя, и даже и внешне, в каких-то проявлениях там пластики. Спектакль поставлен на грант Российского фонда культуры. Репетиции шли 2,5 месяца. В постановке заняты молодые актеры труппы Национального театра. Рассказанная история дает зрителю поразмыслить над происходящим. У каждого действия героя свои последствия, говорит режиссер спектакля о совах Юлия Беляева. Потом станешь хорошим или как-то исправишься, будешь замаливать грехи или там, что там, как. Сколько котят ты спасешь, сколько детских домов ты откроешь, то, что ты сделал, оно все равно несет свои какие-то последствия. И это, ну, как бы это жизнь такая. И, наверное, в этом есть и наша, ну, общая боль. Юлия Беляева ставила спектакли во многих российских театрах и знает, как удивить зрителя. Яркие декорации, таинственный туман и много музыки. Все это ждет петрозаводчан на премьере. Работай, молись, и черта сторонись. Работай, молись. Работай, молись. Любовь Сыганова, Варвара Ермоленко, служба новостей.